Отправляем перевод PrivatMoney в терминале самообслуживания PrivatBank. Заходим в меню Центра денежных переводов, выбираем «Отправить перевод». Выбираем PrivatMoney. Далее система должна вас авторизовать. Это можно сделать по номеру телефона или по карте. Выбираем, например, по телефону. Указываем ваш номер телефона. И в следующем окне вводим SMS-пароль, который пришел на ваш телефон. Далее вводим фамилию получателя, нажимаем «Продолжить», вбиваем имя, и в следующем окне предлагается отправить SMS-сообщение получателю, информирующее о получении перевода. Вводим номер телефона получателя, на этот номер ему придет SMS с контрольным номером платежа. Нажимаем «Продолжить», указываем сумму перевода, далее вставляем деньги в картоприемник и нажимаем «Оплатить». Готово, перевод отправлен. Если внесенная сумма превышает сумму перевода, терминал предлагает распорядиться сдачей. Ее можно перевести на благотворительность, пополнить мобильный, внести на счет LikPay или на карту. Выбираем, например, пополнить мобильный. В следующем окне указываем номер телефона, который нужно пополнить, нажимаем «Продолжить». В следующем окне, если реквизиты верны, нажимаем «Да». И сдача от операции переводится на счет мобильного оператора.